сделать уникальный продукт. Это первая картина с таким бюджетом, с большим, с ней снятой на монгольском языке. Несколько людей у нас не говорило по-монгольски, но жизнь их заставила. Наш красавец Асана, японский такой культовый актер, заговорил по-монгольски. Монголы вообще считают сейчас своим. Барте, очень многие актрисы хотели играть эту роль, знаменитые китайские актрисы. Долго очень искал, но вот нашли случайно такую монголку очень интересную. Она не профессиональная актриса, но в ней есть те душевные качества, которые были нужны для этой картины. России впервые, на самом деле. Вот достаточно вспомнить, кто в последний раз снимал конные баталии. Такого масштаба, последний фильм, в котором это был фильм «Первая конная». Но там были большие конные массовки. Которая обычно не используется на простых фильмах. Российская разработка Russian Arm называется. Причем они получили Оскар. Это стрела со стабилизированной головкой, которая ставится на джип. И он может с большой скоростью ехать и снимать все проезды.
там трюки были действительно опасные. Всадники падали прямо рядом с камерой. Ну... Чтобы сделать это кино по-настоящему качественным. Качественным в плане техническом и в плане изобразительном. Я могу сказать, что это один из немногих фильмов в России, который будет просто мирового уровня, качественным продуктом. Ах!